это куда упала веточка. Ну, профлист легко выправился. Железяка вот эта, прогиб, щель между столбом и профлистом. Меня это напрягло, когда я после веточки падал, еще и пригляделся. Но потом пересмотрел видео, что было до, и все так и было. Так что, можно сказать, очень легко отделался и намекнули мне, да, что умнее надо быть. То есть, будь умнее, не будь как Васечкин. Используй своего штатного помогая, обученного, тренированного. Но тут ситуация чуть-чуть другая. Тут бюджетная валка, все очень дешево пилится, с применением физической силы местного населения, почти на альтруизме. Ну, не совсем, конечно, но сумма, можно сказать, такая смешная. Это очень хороший урок.